Поднял руки он, бросив винтовку, в смертном ужасе перед врагом. Враг скрутил ему руки веревкой и погнал его в тыл под бичом. Нагрузив его грузом с горою, и зачеркнут он с этой поры. Над его головой молодою палачи занесли топоры. Словно рабским клеймом ненавистным, он отмечен ударом бича, и согнулось уже коромыслом тело, стройное, как свеча. Разве в скрюченном этом бедняге сходство воинам в чем-нибудь есть? У него ни души, ни отваги, он во власти хозяина весь.